Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Саша Гозиас вернулась на поляну после небольшого отпуска дома. Однако уже в эту пятницу Саша и Костя полетят в Берлин на выходные. Ольга Бузова отметила 14 февраля в одиночестве. Оля сообщила, что сейчас ей сложно говорить о любви. Вот что она пишет. «Не думаю, что когда-нибудь смогу испытывать это чувство заново, но я по-прежнему верю в настоящую, чистую, взаимную любовь и считаю, что это главное в жизни». Женя Кузин поделился планами на будущее. Мужчина рассказал, что он планирует приобрести большой дом с камином, в котором они будут жить с Сашей и детьми. К детям он уже готов и очень хочет дочку. Дмитрий Тарасов впервые показал свою уютную квартиру, где совсем недавно он жил вместе с Олей. В гости к нему пришел блогер Амиран вместе с соведущей Валерией. Амиран ведет довольно популярный на ютубе блог «Дневники Хача». И на этот раз он посетил квартиру Тарасова в рамках канала «Я строю котельники». Тарасов показал друзьям свою квартиру, где недавно он жил с Олей. А теперь у плиты стоит милая брюнетка в коротких шортиках и готовит футболисту обед. Та самая Анастасия Костенко. На Шлоке писали, что тот видеосюжет, судя по всему, увидела и Ольга. После этого Бузова написала: «Только закончила работать. Только что увидела то, что сделало мне опять больно. Обещаю себе каждый день больше не плакать. Обещаю себе каждый день начать спать и есть, но пока не получается». Андрей Черказов поделился фотографией, где он со своим отцом. Андрей пишет: «5 лет без тебя. 14 февраля 2012 года умер мой папа. Мне не хватало его в детстве, ведь он был допоздна на службе. Я им очень гордился. Это достойный пример настоящего мужчины, боевого офицера, заботливого мужа, верного друга. Очень многим людям помог мой отец. Восхищало всегда его трепетное и теплое отношение к бабушке и дедушке, которые воспитывали моего папу с самого рождения». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.